«Проровар 2019». У Гомелі пройшов буйнейший велофорум Беларуси. Он объединял активистов из разных кутков Украины, городские улады, проектировщиков и экспертов. А кроме лекций и круглых столов, его удельники организовали велопарад и незвычайный флешмоб. На им побывала Ганна Каральчук. Велофорум «Проровар» сёлета проходил третий раз. До этого его примали Минск и Брест. Гомель для проведения подей обрали не выпадково. Город может похвалиться одним из самых активных велосипедных объединений в Украине. На форум приехало около 150 удельников с Беларуси, России, Украины, Польши и Армении. Все те, кто зацикавлены у популяризации экологичных видов транспорта. В Беларуси есть большое количество велосипедных организаций. Ну, большое – это штук 5 или 6. Мы развиваемся уже, наверное, последних 10 лет, и мы дошли до той стадии, когда нам надо собраться вместе на одной площадке, чтобы обменяться опытом. И очень хорошо, если вместе с нами захотят обменяться опытом представители бизнеса и городской администрации. Одним из самых ярких подей форуму стал велопарад. Спочатку его удельники собрались на пляцовце каля медицинского университета, как принять удел у конкурсе на самый яркий велосипед. Потом колонна велоаматоров стартовала у накерунку палаца водных видов спорту. Должня заезду склала 8 километров. Парад стал еще одним способом нагадать велосипедистам правила дорожного руху. В темный час суток все должны использовать лихтарики. Спереду с белым светлом, сзаду с червоным. После финишу активисты с запаленными лихтарами выстроились у гигантскую постать – эмблему громадского объединения «Велогомель». Форум – это, конечно, катализатор развития велоинфраструктуры. С велосипедным активизмом у нас все замечательно. Все гости, которые приехали из всей Беларуси и из других стран, отметили, как много в городе велосипедистов. А это значит, наступить время развивать велосипедную инфраструктуру. Наш форум открыл мэр города Петр Алексеевич Кириченко. Он рассказал о перспективах развития велосипедного движения в городе Гомеле и в Гомельской области. И мы увидели заинтересованность чиновников в том, чтобы стало удобно в нашем городе всем, не только автомобилистам, а пешеходам и велосипедистам. Так, одной из домовленностей форуму стало открытие байк-шеринга «Колабайк», який у хуткім часе з'явится у Гомеля. Ганна Каральчук, Сергей Лукашук, телерадіокомпанія «Гомель».